Приветствую всех любителей фотографии. Сегодня хочу поговорить о такой важной для каждого фотографа теме, как чистка оптики. Рано или поздно на любом объективе и на передней стороне, и на задней появляются пятна. Со временем у нас становится все больше, и их необходимо удалять. Для этого существуют различные средства, чистящие салфетки, специальные спреи. Но, пожалуй, самым простым, удобным и надежным является чистящий карандаш Lens Pen. Наверное, каждый из вас видел подобный карандаш. У меня их было несколько. И этот карандаш, в принципе, хорошо себя зарекомендовал. Сегодня у меня карандаш нового поколения, который я приобрел на сайте lenspen.ru. До этого я приобретал Lens Pen в основном за границей. И, наверное, многие из вас сталкивались, что в Китае можно приобрести карандаш Lens Pen очень недорого. Рублей за 200-300. Так вот, хочу сказать, что подобные карандаши, конечно, являются полной подделкой. Своих функций они абсолютно не выполняют. То есть чистка стекла происходит плохо, пятна размазываются, и в лучшем случае такая чистка будет бесполезной, в худшем случае, конечно, можно и повредить даже стекло, поэтому дешевые ленспены к покупке категорически не рекомендуются. Года два назад я приобрел на eBay вот такой белый ленспен, он уже стоил где-то порядка 700 рублей. Вот этот Lens Pen оказался значительно лучше, он мне послужил, в общем-то, верой и правдой. Ну, видимо, это был оригинальный карандаш, но сейчас он просто уже со временем немножко износился. И когда встал вопрос покупки, я обнаружил, что в России есть официальный представитель Lens Pen, это сайт lenspen.ru. И, в общем-то, цены там соответствуют международным, и, конечно, куда проще просто заказать и взять этот карандаш в Москве, нежели ждать посылку в течение нескольких недель. Итак, чем должен отличаться оригинальный карандаш от подделки? Давайте рассмотрим вот эту упаковочку. Lens Pen – это вообще канадская фирма, и вот здесь на упаковке обязательно должна быть голограмма с кленовым листочком. Вот вам сейчас это должно быть видно. Голограмма с кленовым листочком, на котором написано Original Lens Pen. Ну, в остальном, конечно, коробочку можно и подделать. Внешний вид у нее достаточно простой. Здесь сзади инструкция. Вот так упакован карандаш. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим и проверим данный карандаш. Мне просто интересно сравнить с тем, что у меня было, вот с этим белым карандашом и дешевыми китайскими подделками, которые у меня тоже были. Открываем упаковочку. Так, извлекаем Lens Pen. Для тех, кто совсем не в теме, здесь у карандаша, значит, две стороны. Здесь вот с помощью такого рычажка выдвигается кисточка. Эта кисточка, ну, назначение понятно, то есть первоначально мы этой кисточкой стряхиваем пыль, но вот те жирные пятна, какие-то разводы, конечно, вот эта кисточка она не удалит. И вот для этой цели здесь с обратной стороны есть такой колпачок, и здесь находится основное чистящее, чистящая поверхность Lens Pen. Вот такой круглой формы. Она покрыта запатентованным углеродистым материалом, который не оставляет разводов, по крайней мере, не должен оставлять. И, по идее, вот эта кисть должна сейчас нам отлично очистить объектив. Давайте попробуем. То есть без всяких средств мы просто вот такими плавными движениями чистим линзу. Так, можно почистить и заднюю сторону.
Ну, вот, не знаю, видно вам или нет, поверьте мне на слово, что данный линспен, конечно, является действительно оригинальным, и его особенность, что он прекрасно, без всяких вот разводов и без следов, очищает оптику и не оставляет следов. Китайские вот такие карандаши, они просто размазывают грязь, и что, конечно, только ухудшает ситуацию. Но практически идеально сейчас становится чистенькое стекло. Давайте попробуем еще. У меня есть старый Юпитер, но он у меня в хорошем состоянии, тем не менее. Давайте я тоже его почищу. Ну, замечательно, замечательный карандаш. Вполне, вполне отлично работает. Вот. Прекрасная чистая поверхность, не знаю, видно вам сейчас или нет. Прекрасно очищает. Так, давайте заднюю посмотрим, что у нас сзади. А, сзади у нас тут трудно довольно почистить. Такой замечательный карандаш, можно приобретать его в России на сайте Lenspen, цена у него 790 рублей. Еще я там обнаружил такую интересную вещь, особенно это актуально для чистки матрицы. Оказывается, есть Lenspen для чистки матрицы. Обычно раньше я всегда чистил матрицы швабрами, специальными средствами. Вот мне интересно было бы попробовать, насколько Lenspen именно для матрицы будет хорошо справляться с теми загрязнениями, которые неизбежно появляются на каждом фотоаппарате. Поэтому вот можете смело приобретать данный карандаш, это вам будет незаменимый помощник. Он просто обязательно всегда должен лежать в сумке. Вот, а у меня на сегодня все. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!